О метеопрогнозах на вторник расскажет вам Небесная канцелярия. И вас приветствует наш спонсор, фирменный салон «Хилдинг Андерс». Умные спальные системы в новом салоне «Хилдинг Андерс». Умные матрасы «Экспро» шведского концерна. Это точечная трехмерная поддержка и сон на облаке. Один раз увидеть, чтобы влюбиться навсегда. «Хилдинг Андерс». Зарядись для жизни. Город Северодвинск. Заозерный проезд 4. Торговый центр «Омега». Во вторник, 15 ноября, по данным сайта Архангельского гидрометцентра, в Северодвинске ночью столб термометра застынет у отметки 8 градусов мороза. Днем поднимется до минус 5, переменная облачность и небольшой снег. Ветер южный слабый, до 4 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня будет падать и к вечеру составит 768 миллиметров ртутного столба. По народному календарю 15 ноября житницы начинали сушку хлебов, обрабатывали лен. Ждали приближения сильных морозов, что, впрочем, в Северодвинске пока не предвидится. Народи верили, что в этот день загадаешь, что в скором времени избудется. А одежда, купленная 15 ноября, долго прослужит. А наш спонсор, фирменный салон «Хилдинг Андерс», заботится о вашем здоровье. Умные спальные системы для вас и ваших близких. Я желаю вам хорошего настроения и прощаюсь с вами. До свидания.